привычные для себя стены казенного учреждения вновь попал 61-летний житель Рузаевского района. Мужчина занимался непристойностями на глазах у 15-летней девочки. В сентябре прошлого года несовершеннолетняя отправилась в магазин рядом с домом за газировкой. Домой она возвращалась уже спустя 5 минут и заметила фигуру мужчины, который шел следом за ней. Школьница прибавила шаг, но неизвестный не отставал. Подойдя к подъезду, ее окликнул незнакомец фразой «Гляди сюда». Обернувшись, она увидела мужчину, который занимался непристойностями со спущенными штанами. Школьница крикнула и убежала. Потом позвонила брату, который спустился за ней и все ему рассказала. Неизвестного установили, им оказался местный 61-летний рецидивист. Мужчина практически всю жизнь находился за решеткой. Первая судимость в 1981 году, последняя в 2021. Вину он не признал и решил не давать показания против себя, понимая, что его ждет в колонии. Учитывая богатую криминальную биографию, возраст жертвы, которая не достигла 16 лет, и само развратное действие, суд постановил изолировать рецидивиста от общества. Приговором Рузаевского районного суда Республики Мордовия от 8 февраля 2024 года 61-летний житель Рузаевского района Республики Мордовия признан виновным в совершении преступления, предусмотренного частью 1 статьи 135 Уголовного кодекса Российской Федерации, и ему назначено наказание в виде лишения свободы на срок 2 года с его отбыванием в исправительной колонии строгого режима. Приговор в законную силу не вступил. Анастасия Семушева, программа «Происшествия».